про себя шепчу. Я тебя люблю. Ну что, вот мы в Рыбинске, проснулись мы в Рыбинске. Саша ведет машину и везет меня по местам, в которых я не была 10 лет. Я хочу подъехать к дому, где я жила. Я хочу подъехать к бару, где я работала последние 5 лет, перед тем, как я уехала в Америку. Не знаю, что мы увидим, но я покажу вам, поделюсь с вами. Вот. Ну, немножко такой нервичок есть, конечно, но... И сегодня мы поедем еще покупать билеты в Санкт-Петербург на поезд. Я увижу сестру, покажу вам обязательно. И потом завтра уже к сестре в гости поеду. А пока Вини завтра пока массаж. Завтра Вини поедет на массаж. Саша там договорился, ему будут вправлять спину и мозги одновременно. Что мы еще будем делать? Какие у нас планы? Сегодня мы идем на день рождения. Сегодня баня, день рождения. Баня, день рождения. Не знаю, чего там еще будет. Ну, в общем, что-нибудь, куда-нибудь сходим. Сейчас мы едем в бар, где работала. Едем в бар, где я работала. То есть в Переборы. Те, кто смотрит Рыбинск, конечно, знают все эти районы. Те, кто живет в Рыбинске, я имею в виду. Вот. Я помню, я ехала на автобусе все время в бар. Иногда такси брала, когда уже обратно возвращалась. А так я ездила все время на поезде в бар, и мне казалось, что это километров 100. Очень долго и очень... А сколько вообще километров до туда? 10. Километров 10. А мне казалось, это так долго и так... вообще так... Мне казалось, боже, в Переборах работает, боже, это так, ну, так долго. Вот. И теперь я на работу езжу 50 километров в одну сторону. Вот представьте себе. Какая разница? Ну, конечно, когда едешь на автобусе, я думаю, что даже на автобусе я ехала дольше, чем я на машине сейчас езжу. Вот. Сейчас покажу вам дорогу, которая идет с Перебора. Кстати, дорога очень хорошая. Сейчас ты увидишь. Сейчас, когда ты увидишь. Так, попытались жить. Вот она, хорошая. Ничего, у нас такое тоже есть. Нет. Но дорога нормальная абсолютно. Мы вчера ехали вот из Москвы уже в Рыбинск, когда въезжали. Канал, там была, конечно, стиральная доска. Я думала, что тут дорога должна быть как на войне. Ну так ведь ты же говорил мне, ой, такие дороги, такие дороги. Something's gonna be there. Yeah. Вот я Винзаду сказала, говорю, мы едем в бар, когда мы работаем. When are we gonna go for massage? Tomorrow. Not today? Not today, tomorrow. Такие деревянные домики. В принципе, здесь на этой дороге ничего не изменилось. Вот. Такая, как вот, я не знаю, что это за деревня там у нас. Макарова. Деревня Макарова. Саша знает все. Я вот уже как. Так-то я здесь живу. Рыбинске. Стоят, вот, знаете, коттеджи стоят очень такие хорошие. Там коттеджи красивые. Да. А из Перебор тоже многие уехали, там мало, наверное, кто живет. Да, конечно. Раньше-то там, когда там было круто, круто ты попал на ТВ. Каждому свое. Видите, у нас тут кладбище с часовней. Вот тоже чей-то коттедж строится. И вот мы уже почти, в принципе, приехали в то место. Да, микрорайон Переборы. Здесь стоит гостиница, называется «Волга». Когда-то она была вообще наикрутейшей вообще гостиницей. Помнишь, Саш, когда она открылась первый раз? А там были, значит, номера, помню, с джакузи. Вот это мы слышали. И говорили, что там так круто. И я помню, туда ходила пару раз, по-моему, в ресторанчик или... Я не помню. Потом я там проходила школу барменов. Нас там учили на барменов. Мы сдавали на вот этот вот сертификат или лицензию, как он был, как назывался, он, я не знаю. Вот. Кабельный завод за нас платил, чтобы мы были. Вот он, этот отель «Волга». Сейчас он вот такой же он остался, а тогда он казался крутым. Вот про
просто крутым и все. И вот этот микрорайончик, это центр, Перебор. И я сюда ездила каждый день, можно сказать, на работу. Вообще на улице не тепло, на улице холодновато. 5 градусов всего, да. 5 градусов, боже, ну да. Как же мы будем на день рождения на природе-то? Выпьешь побольше. Выпьешь побольше. И вот здесь вот я заворачивала на работу, Хия. Ой, а что так синяя крыша какая-то? Или была синяя? Нет, это уже синяя крыша, его отделали. Такой. Сейчас мы посмотрим. Вот этот бар, где я работала. Из него сделали уже какой-то магазин непонятный. Пивзавод написано. Сейчас я немножко обойду, посмотрю внутри. А львы так еще и стоят до сих пор. Is this it? Yeah. Да, я выйду. Ну вот когда-то это был венгерский бар. И сейчас все, что от этого, от него осталось, это львы. На вот эти вот ворота, где написано пивзавод, и вот этого ничего не было. А его построили венгры когда-то. Конечно, все было по-другому. На потолке у нас была красота. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Вообще у нас был бар, с той стороны он открывал. А, то есть вот этого входа не было. Был вход с другой стороны. Видите, все какими-то синими щитами обложено. Все вообще по-другому. Из него вообще сделали два здания как-то. Вообще непонятно, что здесь теперь. Все по-другому. Абсолютно все. Ничего не осталось от того, что было. Вход был вот с этой стороны. Видите, ворота. И здесь были львы. Стояли. И, конечно, он абсолютно был другим. Если я найду фотографии, я обязательно покажу. Выглядел этот бар. Здесь все наши крутышки, значит, подъезжали и входили в бар. Было очень красиво. А сейчас уже здесь совсем не то. Даже его вот не узнать, если бы я не знала, как говорится, района, я бы вообще никогда не узнала это место. Никогда бы не узнала. Да. Ну просто все равно интересно здесь походить. В этих местах какая собачка сидит. Не привязана причем. Вот теперь видите как. Да, изменилось, конечно, очень многое, я вам хочу сказать. И многое тут не узнать сейчас. Но, как я сказала, это то место, где я работала. И мне действительно нравилась эта работа. Она была очень интересная. Я общалась с людьми, я познакомилась со многими людьми. В общем-то, я работала, можно сказать, продавцом, которым я мечтала работать, когда мы играли в листики денежки и взвешивали там что-то, знаете, в магазин, когда мы играли в детстве. Сейчас посмотрим, внутрь зайдем. Очень удивительно, конечно, тут все вообще на какие-то отделы переделано, и абсолютно ничего не осталось от того, что я знала и что я видела. Вообще ничего нет. Вообще ничего не узнать. Ну что, девочки и мальчики, возможно, вам и не интересно было, и вы скажете, какой ужасный бар. Но я вам честно говорю, бар очень был красивым по тем временам. А, как я сказала, его построили венгры. Сейчас поговорила вот с одной продавщицей, которая работала у нас еще в баре. После того, как я ушла, она работала там поваром. Но сейчас она вот просто работает, продает там алкоголь у нее там магазин. Ну, в общем-то, знаете, ёкнуло сердце, но уже настолько не узнать все, что кажется, здесь ли я. Вышла на улицу, здесь. Вот такого чувства. Поехали дальше.
Так, мы едем по району Голодяева. Едем обратно. Едем в то место, где я жила. Винсент, yeah. What do you think? Of what? Of anything. I didn't see too much yet. What я говорю, что ты думаешь? Он говорит, о чем? Я говорю, о чем не будет? Он говорит, пока ничего не видел. Вот. Ну, он так, культурно, наверное. Саша нас возит везде по, как говорится, нашим местам. А погода-то, погода опять как на заказ. Вот так. Вчера дождик немножко пошел, а сегодня уже мы проснулись с солнышком, чему очень радуемся. Ну вот здесь вот магазины уже, конечно, очень новые для меня. Вот этих магазинов я не видела. Как он называется-то хоть? What's this place here? А, видео, карусель. Ну, говорит, это говорит. Лошадиные гонки. No, it's a supermarket, like a Costco, yeah. Мол. Вот. Виконда. А что такое? Прям шел этот. Как тент прям. Ну да, как тент. Here they selling like a fish. Рынок. It's like a flowers. Like market. Yeah. Tent market. Народная ярмарка. Да. А это вот уже горизонт, по-моему, да? Да. Это да, горизонт. Ну, здесь вот ничего не изменилось. Но вот, а мир-то где у нас? А вон где? Вот эта ярмарка стоит. Ты что, его снесли? О, это мир снесли. О. Посмотрите, а здесь у нас что? Это что, жилые дома? Вот. Арендуют всякие магазинчики. Looks like that newer houses here. Yeah, newer houses. Developer. А вот давай проедем туда, там у меня родители жили. Там я жила с родителями. Вот давай остановимся у нашего подъезда, где мы с Наташей жили тоже. Это вот мы едем туда, где я жила с родителями. И там, куда Наташа въехала тогда, и мы вот с ней познакомились. Наташа долгое время была маленьким ребеночком, как говорится. Она же меня на 8 лет младше. Нет, мы просто не общались, потому что я была намного ее старше. Сейчас это уже разницы вроде как нет. А тогда мне было 20, а ей 12. И вот этот дом, 16 лет в ЛКСМ, и я вот здесь жила. Сейчас тут Нине Петуховой схожу. Да, смотрите, даже вот этих заборчиков уже нет. So this is it, huh? Yeah, no, this is where my parents live. You see third, вот, третий этаж? Yeah. Yeah. That's my parents was live, and I was live here. Under me is Natasha was live here. Oh, okay. Сейчас я покажу, выйду. Итак, вот этот подъезд, где я жила с родителями. Третий этаж. На втором этаже жила Наташа. Сейчас мы посмотрим, кто дома. Да, это вот здесь мое детство прошло. Ой. Так, я зашла в подъезд. Боже, какой же маленькая, кажется, сейчас. Сейчас я за Тихмини Петухова. Вот эта соседка, которая до сих пор здесь живет. Если она дверь откроет, если меня она узнает, не знает. Мне покажут, знаете, да. Сейчас посмотрим. Блин, неужели ее дома нет? Я обидно. Тетя Нины нет. Да. Ну давайте поднимемся в ту дверь. Вот это вот квартира 49, где жила я. Здесь жила, сейчас я вам покажу. Здесь жила наша Наташа. Здесь жила Наташа и Валера. Ой, смотрите, как тут разрисовано все. Саша со мной идет. А вот здесь, в 49-й квартире, жила я. Здесь. Сейчас посмотрим телесоседи, которым мы еще продали квартиру. Здесь живут. Сейчас позвоним и узнаем. Кто здесь живет? Ну, если те, кто, нет, кто нам продали или нет. А кто на нашей квартире живет, 49-й? Блин, никто там двери не открывает. Жалко. Никого дома, что ли, нет, Саш? Посмотрите, как все разрисовано здесь у нас. Так а почему сейчас у нас уже
ждут по первому. Да. Нет никого. На такси поймем. Слушай, а вот тут открывает. Думала, мне послышалось. Да, здравствуйте. Вы меня узнали? Узнала. Боже, можно мне пройти на немножко? Пройдите. Ой, боже мой, я еще думаю, те же вот кому продавали или конечно, нет? Конечно, те. Боже, как классно. Я 10 лет не была в Рыбинске ведь. Я живу в Америке это теперь. Соседи этот. Ту дверь, а то соседи не выйти будут. Боже мой, как... Двери как остались ваши вот эти? Это по которой папа еще да, делал, да? Папа делал. И шкафчик там остался в углу стоит в спальне, который папа ой, делал. Вообще. Прямо у меня сердце колотится, честное слово. А муж у вас? Телевизор смотрит. Телевизор смотрит. Ножки болят. Ну так-то двигаемся еще. Я в 10 лет не была в Рыбинске, вот приехала буквально вчера. Ну вот навестить, на могилу сходить родителей. Да, вот это наша кухня. Немножко преобразилась. Да. Как у вас соседи здесь, нормальные? Соседи мы все новые. Да? Ну, кроме вот этих. А вот Людмила Петухова на первом этаже живет, да? Живет. Я ей позвонила, она, видимо, ее дома. Она ушла. Жалко, я хотела ее увидеть. Постарела тоже. Ну, конечно, что же мы все постарели, и я постарела. Нет. Да. Как ваш сын? Ой, да, все такое вот прям... И вроде и наше было, и уже не узнаешь. Да. Букин живет. Живет, да? Рома, да. Букин живет. Тоже этот. Вот эти вот двери работает. Папа у меня делал еще. Надо же. И картина. Так и работает, да? Наташа, так и осталось. И картина, вот когда, да, помню, так это наш. Не можем заменить ее. Надо было клеить тут немножко. Да, смотрите, у меня папа-то какой хулиган еще был. Это мы ее, эта дырка здесь была, пока мебель, да, мы ее заклеили. Да. Ну, уже не пойду к вам туда, но вот там вот в той комнате мы жили с сестрой вдвоем. А сестра сейчас где? Сестра, вот она в Копаево живет. А, в Копаево. Да, мы сейчас с ней будем встречаться тоже. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Спасибо. Ты надолго приехала-то? Ой, да на 4 дня всего, потому что я... На праздники. Нет, я просто Москва, потом у меня Тула, Рыбинск, потом Санкт-Петербург, тоже с родственниками встречаться. Все. Спасибо вам огромное. Хорошего вам здоровья. За всего доброго тебе здоровья. Спасибо. Как тебе там живется? Ну, хорошо, да, я уже привыкла. А? Работаешь там? Да, я работаю в банке. Я привыкла, конечно, уже, да. Сначала было тяжело, а сейчас ничего. Ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Ящичек остался. Да, ящичек тоже папин остался. Здорово. Ну ладно, все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Мужу привет передавайте. Спасибо до свидания. Большое. До свидания. Рома Букин живет еще до сих пор. Уже не пойду, кроме Букину. Да, так. Ну, а сейчас мы подъезжаем к дому, где жила я все эти годы. То есть, начиная с 20 лет. Ну, в принципе, как эти годы? 14 лет, получается, потому что 34 я уже уехала в Америку. И вот слева вы видите детский садик, куда ходил Артем. И он буквально... В школе, буквально, вот школа. Да, вот там школа. Ну, сейчас вот мне не показать пока. В общем, буквально за нашим домом стоит садик, куда ходил Артем. Он у меня прям выходил из дома, я махала ему ручкой с окна, и все. И он шел вот в этот садик, а за этим садиком стоит дом Суркова 11, там, где жила я. И вот мы сейчас сюда проедем. И я даже зайду к Лене, и вы помните, Лена меня там провожала, такая беленькая. Если она дома, то я обязательно вам ее покажу, если она не против, потому что не все же хотят показываться на камере. А вот это вот наш дом, где я жила, это наш двор. Макс, кстати, показывал, Наташа как-то с Максом скооперировалась, и они меня поздравили с днем рождения. И он показывал, вот посмотрите, а дворик-то и ничего такой, тут даже построили качельки. И сейчас мы посмотрим, кто меня узнает здесь. Даже там, в подъезде, где жили родители, меня и то узнали, видите как. Сейчас посмотрим. Ну что, идем вместе с Винсентом, с Саней и с Винсентом идем в подъезд, где я жила.
хочу Винсенту показать. Со мной первый подъезд, как, где родители жили, Винсент не пошел, я его не взяла, говорю, сама схожу. А сюда вот мы сейчас пойдем вместе. И вот он мой подъезд. Я жила на 4-м этаже, вот там, где красный балкон, видишь? И, кстати, this is fourth floor. И, кстати, рамы остались еще мои. The red one right there. Да, red. Yeah. That this over here. Ага. И это вот мой подъезд. So that's where my Milish grew up. Yeah, huh? This is where you. No, I never grew up here. I always lived here since 20. I grew up in the first one where we went first. That's where I was grew up since 5. 5, right? But Artem lived there. Yeah, Artem lived here since he was born. Yeah. Artem родился здесь. Конечно, знаю. Хочу же я не знаю, какая у него квартира. Сейчас мы позвоним, какая у него квартира. Подожди, а какая? Какая у него квартира? Таша Крикон хочет увидать. Алинка, открывай дверь. Итак, мы поднимаемся по лестнице, где я жила. И не знаю, покажу ли вам Лену, но она открывает мне двери. Хорошо, меня еще тут не забыли. Винсент идет со мной. Видите, он открывает. На нее пока не показываю, на нее пока не направляю камеру. Вы меня что хотите? Инфаркт, чтобы у меня получилось. Сейчас я выключу камеру. Смотрю и канал твой смотрю. Ее показывать не буду, но болтаем. Потому что не готов человек. Не готов человек. Да. Слушай, ну давайте хоть вечером-то как-нибудь пересечемся, хоть часа в три куда-нибудь. Матушка бедненькая, прям вся. Прямо... Она же не ожидала. Я говорю, вся страна знает, что я в России, а ты не знаешь. Я этот, ну просто я тут некогда мне. А где Рома-то у тебя? Рома в Москве, Рома трудоголиком вырос. Ну да. Наташа, я очень, я с ним уже общаюсь в перископе. Я очень довольна. Ну вообще он. Ну он такой джентльмен. Он прямо, ну плюшечка такая. Ну он джентльмен. Обаятельный такой прямо. Он со мной в перископе часто разговаривает, да? И очень, он очень культурный, вежливый. Он хороший мальчик стал такой, да, прямо. Да. Наташа не зря вкладывали. Ну да, мальчика. Уж конечно. Я уж вкладывала, так вкладывала. Не говори. Я прямо, вы меня... Ругали-то всем подъездом бывало. Вы меня прямо застали врасплох. Я, прямо я всеми... знаю. Мы все кто-то врасплох. Мы... Я даже к родителям. Зайка моя, я прямо не говорю. Зайка моя, так рада тебя видеть. Это нечто. Хоть бы одну ночку у меня переночевали. Ну, матушка, ну, вчера только приехали. И уезжаем в Питер, мы уезжаем. У меня же в Питере сестра из Риги приезжает. Тоже со мной навстречу. У нас везде по 4 дня получилось. Матушки, зайки. Как Винсент-то у тебя наш? Он вообще красавец. Просто Ален Делон. Ален Делон. Просто мужчина-мечта. Мечта. They say you dream. Man dream for her. Хороший. Винсент-то переживался тоже. Покраснел. Слушай, ну а как ему вообще здесь? How do you like everything in Russia? Народ, который сумасшедший, кидается. Ой, народ очень нравится. Кидается на вас и... Никто не кидается. И целуется. Это наша звезда. Знаешь, я тут недавно вспоминала момент, когда ночь, когда умер Саша. И мне тут вот это вот. И я не знаю почему, но вот накануне было же Наташа уже 17 лет. И чего? И ты вспоминала? И вот вспоминала, я помню, что первый звонок я сделала, первый, не смогла дозвониться до скорой и позвонила к тебе. Ты что, я здесь с тобой на кухне нет, была? Нет, я говорю, и ты спустилась ко мне? Нет. Я была с тобой, он пришел домой, он с нами разговаривал и пошел спать. Мы с тобой сидели на кухне. А потом ты ушла? Нет. А потом ты ушла? Ты ушла, ты спустилась разве? Ко мне, да. Мне кажется, мы с тобой сидели, и мы слышали даже. Нет, это было до этого. Мы услышали, как он захрипел, и ты пошла и говоришь, Саша, Саша. Нет, это ты уже придумала. Нет, мы легли спать. Мне кажется, да. Нет. И ты спустилась ко мне, я вот вспоминала, я вот числа, я вот ходила, я как раз вот этот день я почему-то вспоминала. И думаю, надо хоть что-то не созваниваемся уже давно. Была у меня такая мысль. Да. Видимо, у меня чисто интуитивно вот этот посыл, он пошел.
Но да. Вы меня все равно выбили вообще из колеи конкретно, ребята. Я говорю, Саша, скажи, сейчас Сашка на тебе звонит, я говорю, Саша, скажи, Лена, открой дверь это Лавров. Он говорит, а я-то с какого перепуга, говорит, она мне откроет. А Лавров тоже какой хорошенький. Ой, стал. Ой, Лавров-то, вообще, а он еще с бородой еще. Вообще хорошенький. Ну, брутальный. Я тоже видела, да, зайки. Слушайте, ну давайте я хоть... На кофеёк. Блин, надо же, вот так получилось, что ты уезжаешь, блин, в Москву. Ну, уезжаю, да, договорюсь. Ты билеты, что ли, купил на поезд? Нет, я на машине. У меня зачем настолько надолго, так надолго? Вот новая машина. А почему надолго-то? Так, ты уезжаешь. Вот беленькая машинка. Так, вот давайте Ленину. Вот беленькая. А вот это вот? Субару, да. У Саши тоже Субару. Да, я в курсе. Мы с Леной, я... Мужчина? Я хермашина, white, the first one. Смотри-ка, всю парковку какую сделали, все да, по-другому. Да. Елена Олеговна заслуга. Да ты что, это ты? Да, там? Ну я старалась, ну, 4 года. Ты же у нас government. Да. Она же работает, как называется government? Да, откуда я знаю? Ну, ты госслужащий. Работаешь. Да, госслужащий, короче, ладно. Она у нас большая шишка. Ну не шишка, а консультант по социальной политике. Ну да, 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 да. Нет, честно, бордель у меня. Не, она же не готова и говорит, не показывай меня. Вот я не показываю. Да я понимаю, потому что не. Ну чего, давайте договоримся, я хоть соберусь куда-нибудь на кофеёк просто. Тогда даже, а почему так надолго уезжаешь-то на 7 дней? Ну потому что я... Не женится ли он у тебя там? Он у меня не женится, я еду с дяденькой Наташей. И мы там вместе с Ромой встречаемся. Угу. То есть у меня романтические запросы. Так, на этом мы выключаем. Да. Вот посмотрите, это ее сын, он у нее ветеринар. Видите, принимает, делает кесарево сечение обезьянки, которая да. рожает. Видите, это его руки. Да. А он закончил, как называется? Академия ветеринарной медицины. Вот достал двух детей. Вот, видите, двух детей достал. Вот они такие маленькие, по 40 грамм. Ну подожди, ну как называлось-то оно? Академия ветеринарной медицины имени Скрябина. Скрябина, вот я помню Скрябина. Да. Видите, достал маленьких обезьянок. Вот, а это Ромчик наш. Да, это наша Буська. А это вот мамочку там он держит в руках. Да. Да, 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 это Ромчик. Такой симпатявый. Слушай, отец вылитый. Большой отец, да. Вылитый отец. Вот. А это другая обезьянка. Он удалял сверхкомплектные зубы. Ей. Слушай, через... надо же, он как, вот видишь? Через нос. Вот видишь сверхкомплектный зубик? Ага. А чья? Это чья-то обезьянка? Это, людей? Ну да, из зоопарка? Это из зоопарка. Но это уже другие. Сейчас, подожди, маму покажу. Рома у нас стал... По специальности, он, говорят, очень неплохой стал диагност, и в то же время он анестезиолог, реаниматолог. Лена говорит, переведи Винсенту, что мой сын анестезиолог, реаниматолог. Я говорю, матом даже ругнулась, говорю, откуда ж я знаю, как сказать. Так, а что-то я не могу. He is making anesthesia and reanimation. Короче, спасает в сложных ситуациях. Вот Алевтина Николаевна. Это вот мама. Look, she looks just like mom. Look. 72 года. Итак, с Леночкой мы решили, что мы, наверное, встретимся, наверное, потому что пора уезжать, оказывается, в Москву. А вот это вот моя дверь. И дверь моя совсем другая теперь. У меня была дверь коричневая, тут поменяли ее на черную. И это вот наша дверь, где жил Артем и я, откуда мы уехали. Единственное, что остался таким же, это звонок. Вот звонок наш тот же. Поэтому не буду я сюда уже звонить. Ладно. That's my door. That's yours. Yep. So I'm not gonna call here. That's okay. Good. Просто где родители жили, я как бы надеялась, что я же тем людям продавала квартиру. Я надеялась, что там они же и были. Вот они оказались. Этих людей я уже не знаю, поэтому как-то так не хочется. Даже тревожить людей. А Ленчик-то у меня, она не ожидала, что я приехала. Так, Саша нас ждет. У всех такие двери черные. Обалдеть. Ладно. Спускаемся. Ну вот, так я жила 14 лет. Туда-сюда ходила по этим лестницам. Правда, не было у нас, конечно, замка вот этого с кодами.
Сейчас они везде. У нас его не было. Оп. Саша ждет. Саша ждет, идем. Все. So that's it. Yeah, this is it. Oh, that lady was so nice. Wow, she almost made me cry the way she was so. Винсент говорит, я чуть не заплакал, когда она тебя так обнимала, говорит. Yes, we was very good friends. That's right. And she didn't even. She didn't even expect it. I know. It was like unexpected happiness. Yeah. That's really cool. Where is Sasha? Should be right here. Sasha left us. No, he's right over here. Right here. О, я, да, Саша. Все, ладно, идем. Давай, да. Ну что, она не ожидала? So в общем, Винсент чуть не заплакала, она меня уж обнимала. Винсент такой прям... She's nice, right? Yeah, she was really nice. She was very happy to see you. Yeah. Итак, это вот двор, в котором я жила. Куда мы, Саша, сейчас едем? Сейчас мы едем... У меня же Ира на вокзале ждет. Сколько времени сейчас? Надо еще, нам надо ехать к папе. Она к 12 меня ждет. Сколько времени? Тебе в банк прямо сейчас надо? Ну, не сейчас, но сейчас. Итак, вот еще раз мой дом немножко. Саша, вот туда еще отъедь чуть-чуть. Вот мой дом. Вот моя улица. Вот мой дом. Вот моя деревня. Вот мой видите, дом. Видите, тут сделано, сделали все для детей. И вот так. И там школа вот Артема, 30-я, где он. Короче, давай звонок. А вот там горелый. Давай горелый покажем. Ведь у нас же вопрос-то был у всех все время в перископе-то. Когда в перископе ко мне приходили Саш и говорили, я из Рыбинска, я задавала вопрос, скажите, где горелый. И если они проходили этот тест, я верила, что они именно из Рыбинска. И вот сейчас я вам покажу этот магазин «Горелый». И он действительно горел. Он горел, но я не знаю, там есть до сих пор горелое или нет. По-моему, там уже все вычистили. Вычистили, конечно. Ну да. Но тогда все это было. Сейчас мировой. Выходи, мы к тебе едем с тобой. Сейчас. Вот горелый. Да, вот это вот магазин «Горелый». Сейчас он называется «Мировой». Вот. Ну его а до что, сих пор. Удачно нельзя разгнять. Его до сих пор «Горелым» называют. Давай. Наташа, тебе что в банке нужно? Скажи мне, пожалуйста. Мне надо деньги поменять. Так, а удачно нельзя поменять? Можем. Поехали к удачным. Я с удачным поздороваюсь. Вот, еще раз показываю. Магазин «Горелый». А вот который... закусочная. А вот и закусочная. А вот и вот закусоны стоят. Синяя команда. Да. А вот там на углу этого здания было все черное. Долго-долго. И так его «Горелый» назвали, и он всю жизнь. И до сих пор на «Горелый» говорят, да, Саша? Да. До сих пор «Горелый». All these little stores here when you were here? Yeah. That's nice. That's a little store. Винни, я тоже здесь живу, только он... Саша was live over there. О, окей. Выходи. На БАМе. Это БАМ. Это все БАМ. Микрорайон БАМ. Да. Real BAM? BAM. 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 А вот этого магазина не было, конечно. Это уже новый магазин построили. Как он называется, не знаю. Магнит. Магнит. Вот. Вот моя деревня. Посмотри-ка в Шанхае, так, какие коттеджи построили. Обалдеть. Это наша площадь труда. Теперь она площадь Жукова, как Саша сказал. А это где мы на дискотеку ходили раньше? Вот здесь мы ходили на дискотеку. Называлась она «Радуга», это здание. Сейчас его отремонтировали, сделали по-другому. Боже, так вообще по-другому он выглядит. Куда же «Радуга» добилась? Здесь мы ходили на танцы. Ничего, да? Веселуха была, движуха. Это завод 30-й, на котором я тоже показывай, работала. Показывай, это нельзя. Закрытый завод. Ну ладно, что здание. А то я шучу. А вот здесь моя бабушка жила, вот вторая бабушка, которая мамина, а мама здесь жила. Я тоже здесь жила одно время. У бабушки, вон даже на первом этаже квартира вижу. Вот, едем. Едем дальше. Погода хорошая, небо отличное. И вдоль березки стоят. Березки, березки. Винсент поражается, сколько у нас берез. Он говорит, у вас где-то не берез.
Я говорю, ну вот поэтому и Россия ассоциируется с березами. Потому что у нас очень много берез. По центру мы еще не ехали, по центру, от центра я покажу позже. Сегодня вот мы на день рождения идем, поэтому думаю, что сегодня уже и все. Хотя на день рождения поснимаем, конечно. Покажем вам наши братья. Сашин тренер будет. Еще кто будет? Расскажи, кто еще будет. Друзья просто. Просто друзья. Ну такой день рождения. А это, смотри, так дружба и называется магазин-то. Как дружба называлась, так и называется вот этот магазин «Дружба». Посмотрите. Потому что район «Дружба» называется. Да, магазин. Да. Все здесь дружат, здесь никто не ругается. Правда, Саша? Сейчас мы едем к Наташиному папе на стадион, где папа работает. Так я думал, ты на Наташу сначала поедешь. Мы едем, я просто взял вот здесь, я купил квартиру. Кто? Я. Ты купил здесь квартиру? Да. А, все поняла. Я здесь... Саша купил здесь квартиру, так, мы еще ее не видели, эту квартиру. А Никита у тебя где живет? Так он проехает уже здесь рядом. Но я еще сейчас вам Сашина, Сашина сына потом покажу, он потом придет попозже. Очень много чего показывать в Рыбинске есть. Я вам честно говорю, самое интересное видео будет это в Рыбинске. Вот, и все остальное, это все города красивые, но самое интересное для меня это Рыбинск. Вот, дом Винни. Винсент очень все нравится. Очень нравится. Винсент просто вот смотрел так завороженно, пока Лена там бегала. Она говорит, а что, меня не предупредили? Она бегала. Я говорю, Лена, не бегай, я к тебе зашла просто на 5 минут. У нее прям руки тряслись, она не ожидала. Ну что, конечно, мы сколько, 10 лет мы не виделись. И она не знала, что я приезжаю, вообще не знала. Слушай, а Ленке сколько лет? Ну, Лена на 4 года меня старше, то есть мне 50, ей 54. Да, уже Елена, как и я даже не знаю, отчество там уже было, Елена Геннадьевна Крума. Деревообрабатывающая вообще фабрика. Она показывала мне там фотографию, да, Крума у нее операции делает, обезьянка. Алло, да. Про себя шепчу.